Всем привет! На улице холод холодчайший, где-то меньше даже 10 градусов, хотя это начало июня. Думала сначала без видео обработать вот этот вот ревень, но решила сниму, потому что мало ли, может быть, кому-то пригодится. Значит, я посадила из семян, много-много лет искала семена ревеня, потому что, ну, как-то у соседей неудобно просить, и нет ни у кого в основном в округе. А ревень мне очень нужен для пирогов, для киселей, для компотов, ну и вообще это классное растение. У меня это весной зашло из семечка. Одно-единственное, кстати, взошло, хотя там было штук 30 в пакетике. Сюда я его так посадила, ну, временно. Как бы присадила, куда где было свободное место в данный момент. И вот одно взошло. Смотрите, и что я прочитала? Значит, в первый год нельзя черешки срезать. Листья несъедобные, а сами черешки съедобные. Вот. И вот этот вот цветонос обязательно нужно срезать. Ну, видимо, для того, чтобы корневища, что ли, развивались лучше, чтобы на следующий год был больше урожай вот этих черешков. Поэтому сейчас как раз я буду срезать. Вот так вот под дождем, ну а что делать? Времени мало. Вот, все это удалю. Вот так вот. И пусть он себе там под землей дальше развивается. А, и, кстати говоря, еще что интересного я прочитала, что черешки у ревени нужно, вот эти листовые черешки, нужно не срезать, когда вы их заготавливаете, а именно почему-то выламывать. Вот в каком виде клумба теперь. Елочка, смотрите, как разрослась. Вот вчера покосили траву, тут все было по колено справа. Бордюр, как видите, сдерживает. И вот щепа стала такая потемнее, она намокла. И вот хоста как разрослась. Такая вот она с декоративными листьями бело-зелеными. И вот другая хоста. Камня уже почти что не видно. Вот еще зацвел цветочек. Вот. Еще один цветет. Такое вот это почвопокровное растение. Оно хорошо тоже для горок, для альпинариев. Оно миниатюрненькое. А вот здесь вот была без пленки, просто тонким слоем щепа. Видите, все равно там прорастают сорняки. Но я еще не доделала. Буду делать, как и справа, тоже светлую пока щепу на вот это вот, на геотекстиль. Вот он, ирис японский. Он мелкий, но зато очень-очень пышно цветет. Смотрите, как много. Вот. И он такой огромный стал. Был совсем маленький, когда я его покупала. Даже не думала, что такой гигант будет. Высотой он получается где-то 1,50 м. Вот. Такой пышный. И вот хосты, да, все заполонили, как я и говорила, что будет очень-очень пышный тут вид. Вот он луксивок, который я сажала, видео снимала про него. Вот он как хорошо разросся, высоко, ничего не пожелтело. А вот этот лук многолетний зацвел. И вот это вот спаржа, во что превратилась. В этом году я ее тоже не стала срезать. Потому что даю ей возможность тоже под землей набрать силу, чтобы потом были ростки такие мощные, толстые на следующий год, тогда уж я их и соберу. И вот еще один лук многолетний, тоже он зацвел. Тут он у меня всегда на этой грядке. Сейчас я вам покажу, какой щавель и шпинат стали. Вот какими стали шпинат и щавель. И это такое безобразие из-за того, что я не удалила вот так вот цветоносы. Тоже надо было срезать, но поскольку у нас здесь не было, у нас там экзамены, совершенно некогда времени уделить на эти все дела. И мало того, посмотрите, муравьи здесь развели черную тлю. Вот. С тлей бесполезно так бороться, нужно просто муравьев отвадить. Это я сделаю гель такой со специальным составом. Этим гелем я нанесу полосы, и муравьи забудут сюда дорогу. Вот, а сейчас щавель вот так вот со шпинатом я верхушки срежу, и будет получше. В прошлом году такого не было безобразия. Были цельные листочки, потому что я все вовремя успевала приезжать. Вот, и я его заготавливала на зиму, сейчас пока у меня еще остался. А в этом году еще какие-то
Вы посмотрите, нашествие жуков вот таких. Это что, мокрицы или что это? Вот они. Типа, не знаю даже, как их назвать. Вот они все это съели. И вместе с тлей. Вот, сейчас я все это так сделаю и обработаю. Знаете, чем я обрабатываю вот от этих вот всяких букашек? Жидкое мыло садовое. Есть такое в баночках, продается. Сейчас я его разведу в воде и все тут опрыскаю. В этот раз я хотела снимать щавель, срезать его и делать пироги или там щавелевый суп. Но придется подождать, пока отрастут новые листочки. Сейчас все обработаю этим мылом, и будет хорошо. К следующему разу уже все отрастет свеженькое и не обглоданное. Вот что значит оставить без присмотра. Сразу налетели паразиты какие-то. Ну вот. И сейчас буду прореживать еще. Пока меня не было, шли дожди. И вот зашла там и редиска, и морковь, и свекла. Буду сейчас смотреть, заниматься, делать ревизию, что у меня там за беспорядки. Так, и вот хрен показываю. Как говорится, цветет и пахнет. Все ему тут нравится. Это очень хорошо. К засолочкам как раз он будет очень-очень пышненький. Помните, сливу я вам показывала в цвету? Посмотрите, сколько сливок завязалось. Вот. Тоже в этом году, как никогда. Вот они. Вот как много, прям все обсыпное. Не каждый год такое, иногда не осыпаются. Вот зацвела живучка, я вам обещала показать. Видите, как вроде бы скромненько, но в то же время очень так оживляет пейзаж, ландшафт и мою клумбу. Вот здесь. И получается вот такие вот вкрапления как бы цветочков. Это потом астильба зацветет. Хосты тоже будут цвести. Вот такие неприхотливые многолетники, а они очень украшают. Вот обычный болотный ирис. И вот получается вот такая вот вдоль забора живописная полосочка. А здесь, помните, я вам показывала папоротник, маленькими улиточками раскрывался. Вы посмотрите, вымахал 1,5 метра, наверное, тоже пышный, ничего не видно даже под ним. Вот. И зацвел, кстати говоря, ландыш. Вот. Здесь в тенечке так скромненько и со вкусом. Вот они. Вот тут такой получается уютный уголок. Вот это садовый ландыш купена, как мне подсказали подписчицы. И калина цветет. Сейчас как раз самое время для ее цветения. Так, вот тоже. Кстати, вот эта калина, она самосевом тут оказалась. Я не стала ее удалять. И разрослась уже, знаете, выше всех остальных кустов. С этой стороны. Так, ну что, пришло время заготавливать молоденькую крапиву как раз для супчика, для пирожков. Ну, вот буду просто обрезать вот такие вот верхушечки, складывать в пакет. Поищу сейчас еще молоденькие совсем росточки сочные, чтобы стебли такие были не грубые. Пока пойдет. Обычно верхушки срезаю, все складываю в пакет.